И мы продолжаем выпуск. Дело по взрывам в Донгузе передано в суд. Об этом сегодня сообщила военная прокуратура. Напомним, осенью прошлого года во время утилизации снарядов на Донгузском полигоне прогремели сразу три мощных взрыва. По счастливой случайности обошлось без жертв. В военной прокуратуре говорят, виновника удалось выявить практически сразу. Военнослужащий Касаткин виноват в разрушительных последствиях. Позже, как говорит военный прокурор, он и сам признался в том, что курил возле ящиков с боеприпасами, а после якобы выкинул окурок, не потушив его. Загорелись ящики с боеприпасами, пока снаряды в этих ящиках нагревались, личный состав успел за этот короткий промежуток времени покинуть территорию, тем самым спастись. Произошли три мощных взрыва, в результате которых пострадало, было уничтожено военное имущество, пострадали населенные пункты, ну и был причинен общий ущерб на сумму свыше 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». За это Александру Касаткину грозит максимум 3 года ограничения свободы, но и придется, хоть и частично, но возместить нанесенный ущерб.